Мы совершаем более 10 тысяч вздохов каждый день. Поэтому для качества нашей жизни очень важно качество воздуха, которым мы дышим. Хороший воздух в помещении – это правильно увлажненный воздух. По мере того, как температура воздуха за окном понижается, относительная влажность воздуха уменьшается до уровня опасного для вашего здоровья. Сухой воздух обезвоживает ваше тело, а глаза, нос и горло начинают пересыхать. В результате этого вы становитесь более подвержены заболеваниям. Сухой воздух также пересушивает деревянную мебель, полы и музыкальные инструменты. Помни об этом. Представляем вашему вниманию ультразвуковой увлажнитель воздуха «Балю». Плавные формы прибора придают дизайну оригинальности, а глянцевая поверхность и разнообразие цветов позволят увлажнителю стать деталью любого интерьера. Данное устройство обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятного микроклимата в доме. Увлажнитель рассчитан на площадь до 40 квадратных метров, производительность по увлажнению до 300 грамм в час. Прибор включается с помощью поворотной ручки, которая также отвечает за регулировку скорости пара. Сверху находится распылитель, поворот которого составляет 360 градусов. Резервуар для воды вмещает почти 3 литра воды. Внутри расположен фильтр-картридж, благодаря которому вода очищается от излишков солей и жесткости. Резервуар легко снимается, снизу находится ультразвуковая мембрана. В нижней части увлажнителя находится вентилятор малой мощности. Ультразвуковой увлажнитель воздуха «Балю» станет идеальным помощником в поддержании комфортного уровня влажности в вашем доме.